аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании 7, сообщает база. Пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя. Она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри находится взрывчатка. Требований она не предъявляла. Женщина стояла в проходе и отказывалась садиться на место. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что пассажирка пьяна. По данным МЭШ, установлена ее личность. Это 35-летняя Антонина Паладиянцева. Она уже задержана. Самолет перемещен на отдельную стоянку аэропорта. На месте работают сотрудники экстренных служб. На борту находились около 200 человек. Их сейчас выпускают из самолета. Борт летел из Симферополя в Москву. Thank you.